В этом году всероссийская акция «Ночь в музее» в Азовском музее-заповеднике была посвящена Боспорскому царству. Тема античности всегда вызывает живой интерес у любителей истории. Нашему городу она, безусловно, близка, так как на его территории находилось два меотских поселения. Мы повествуем о том, что происходило на нашей земле много-много лет назад, а приблизительно 2000 лет назад. Здесь жили народы, которые непосредственно контактировали с древними греками, поэтому, скорее всего, и пользовались какими-то обычаями, обрядами, характерными для Древней Греции. Вот сегодня мы их воспроизводим в наших залах с интересным рассказом о истории нашего города и нашей земли. Мероприятие началось с красочного представления о тайнах греческих легенд. Посетители встречали героев древнегреческих мифов, общаясь между собой, они привлекали к разговору зрителей, тем самым вовлекая их в спектакль. Нужно было, чтобы Геракл испил молока богини. И вот Зевс тайком приносит своего сына к своей супруге Гере и подкладывает, чтобы она напоила его своим молоком. Проснувшись, Гера обнаружила чужого ребенка, увидела, что она кормит чужого ребенка, и оттолкнула его. Так вот, а молоко, которое полилось из груди Геры, как раз и есть тот млечный путь, о котором мы только что с вами вспоминали. Боги, герои, добрые и злые персонажи мифов Древней Греции сопровождали гостей музея на протяжении театрализованной программы. А я смотрю, Прометей, ты тоже уже не орел, да? А песня, которая как называется? Да ты знаешь, совсем никак. Вот это вот поем в этом, в их фастфуде, потом и плохо стало. А раньше что? Хлеб натуральный, молоко натуральное, фрукты, овощи без пестицидов. Ешь не хочу, а сейчас. Да с такими-то продуктами и все, можно ноги протянуть, да? Ну, да. Невозможно было пройти мимо бога торговли и путешествий Гермеса, который завлекал прохожих акциями. Ну, знаете ли, Гермес, он, конечно же, был довольно хитроумным богом, ну, богом торговли, развития и так далее и тому подобное. Я, хоть, честно говоря, образ его не помню, но раньше когда-то была на сети такая реклама. Ну, впрочем, судя по... что он был хитроумный, разумный, ну и так далее. Он как-то смог таким образом продавать вот такие вот акции из центрального их Олимпийского банка. Завершилась получасовая прогулка по музею спектаклем из древнегреческой мифологии о Золотом Руне. Предсказание предупредили это, что пока Золотое Руно в его руках, его царству ничего не грозит. Золотому Руно я же представлю дракона, который никогда не будет спать. После театрализованной экскурсии посетители с удовольствием поделились впечатлениями с нашими корреспондентами. Великолепное представление, которое граничит, вот вы знаете, и с познанием, и с артистизмом. Очень занимательно и интересно. Не просто вот экскурсия, экскурсовода, да, такая вот с фактами, а такая представительная, эксцентричная сцена. Ну, я думаю, вот дети, они, наверное, лучше расскажут. Очень понравилось. Мне понравилось все в этом музее. И вот маленькие сценки, которые и играли герои, и рассказы о Греции. Было весело, интересно, познавательно. Людмила Улихина, Валентина Сираж, Алексей Покатило, Азов-Инфо.